Всем привет! Продолжаем гулять по миру. Хочу вам показать церковь Санта-Мария-де-Мираколи, которая находится в Бреши. Как я уже говорил, прекрасный город. Вот хочу показать внутреннее убранство этой церкви. Это одна из красивейших построек города. Первый проект был создан в конце 15 века Людовика Берет. Но в процессе строительства был значительно изменен, перестраивалась церковь. Церковь стала творением, как написано в Википедии, 16 мастеров, в том числе известного архитектора Джованни Антонио Амадео. Это итальянский скульптор и архитектор, посвятил себя созданию рельефов, элементов декора, типичных для ломбардской архитектуры. А я напомню, что Бреша находится в Ломбардии. Одно из самых значительных его произведений – это гробница святого Ланфранко в Милане. Так вот, фасад здания отличается большим количеством декоративных элементов. Здесь можно увидеть прекрасные мраморные барельефы, колонны, изящный портик, прекрасные скульптуры. Церковь была возведена для хранения чудотворной иконы. После чумы между 1480 и 1484 году в Бреши появились слухи о том, что есть фреска с изображением Мадонны с младенцем перед домом в квартале Сан-Назарио, которая обладает чудодейственной силой. Ну, естественно, на волне народного религиозного рвения католическая церковь начала переговоры с владельцами дома и в 1486 году купила этот дом, а в 1488 году строительство церкви уже началось. В результате бомбардировок во Второй мировой войне церковь была сильно повреждена. Внешне она была защищена деревянными строительными лесами, но все равно пострадала. Интерьер был впоследствии восстановлен. План церкви с цилиндрическим куполом посередине был разработан Людовико Беретта. Самым ярким элементом являются декоративные мраморные рельефы на фасаде и портик, который разработал, как я уже говорил, Джованни Антонио Амадео. В строительстве участвовал скульптор Мичеле Сан-Микеле или Сан-Микеле, итальянский архитектор и инженер фортификации эпохи Высокого Возрождения. Ну и, конечно, перестроек было много, и, как написано в Википедии, как можно перевести, религиозное здание подверглось бурному развитию благодаря растущему числу поклонников и их милостыни. Было расширено до текущего размера. Что здесь интересного есть? Холст Святой Николай в Бари по Матео, вот дословный перевод. А Матео Мавр Бреши был итальянский художник Ренессанса. Он работал главным образом Бреши. Грасия Кассалли, его работы здесь находятся. Итальянский художник, который тоже работал в Бреши, Венеции, Кремоне, период раннего барокко. Художники Томас Бон и Пирамиро Багнадор. Очень много в церкви так называемых вативных предметов, ну, дословно. Это жертвоприношения, а они в форме таких маленьких сердечек. Я искал в интернете, как это, в общем, переводится. И примерно так, сокращенно, ex voto suscepto, или обет, знак благодарности или преданности. Его помещают в церковь или часовню, где молящийся ищет благодати или желает воздать благодарность. Действительно, очень много сердечек здесь на стенах церкви. Ну вот, собственно говоря, все, что я нашел по церкви Санта-Мария-де-Мираколи, которая находится в Бреши. Возможно, что-то еще можно найти, но я почему-то больше информации не нашел. Поэтому все, что мне удалось, я вам рассказал. Это церковь Санта-Мария-де-Мираколи. Вот можете посмотреть внутреннее убранство этой церкви. Да, можно сходить, можно посмотреть. Интересная церковь. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока. Сегодня мы посмотрели внутреннее убранство церкви Санта-Мария-де-Мираколи, которая находится в Бреши, Италии. Пока-пока, до свидания.